Тема 815. Гламакс предлагает купить долю в бизнесе франшизы «Вилка-ложка». Екатеринбургские предприниматели, объединенные социальным проектом «Гламакс», предлагают всем жителям России, кто хочет иметь свой бизнес, но не имеет достаточных средств и опыта, принять участие в новом проекте совместной покупки прибыльной франшизы. Для получения своей доли в бизнесе, получения стабильной прибыли и участия в развитии отечественной сети быстрого питания. Какой бизнес самый надежный? Самый надежный бизнес при любом состоянии экономики страны и уровне платежеспособности населения – это обеспечение населения питанием. Ведь когда рубль падает и человек начинает экономить на всем, от еды он отказывается в последнюю очередь. С другой стороны, открыть кафе или ресторан без особого опыта очень трудно, а без огромных денежных вложений вообще невозможно. На создание любой точки общественного питания нужны как минимум несколько миллионов рублей. Аренда, отделка, зарплата персонала, закупка продуктов питания. Есть варианты дешевых франшиз в сфере питания. Это такие выносные или выездные точки, которые могут предлагать ограниченный ассортимент еды, кофе, пирожки, мороженое, иногда вареная кукуруза или жареные каштаны. Но из-за ограниченности ассортимента и сильной зависимости от погоды доход такие точки могут приносить нестабильно, что в итоге может привести к разорению и закрытию бизнеса. Вот и получается, стабильный и успешный бизнес простому человеку не по карману, а то, что по карману, может являться рискованным вложением денег. Как стать совладельцем крупнейшей сети быстрого питания? Прочувствовав такую ситуацию, екатеринбургские предприниматели решили помочь простым россиянам и соединить прибыльность крупных сетей сферы питания с ограниченными, но массовыми возможностями простых людей. Каким образом? А организовав покупку франшизы известного бренда в складчину. Почему франшизу? Потому что это уже отлаженная схема бизнеса с просчитанными экономическими показателями. Подробнее предложения екатеринбургских предпринимателей вы можете посмотреть в этом видео. Франшизу может купить юридическое лицо, например, некое ООО. Учредителями ООО могут выступить несколько человек, вложив свою долю уставного капитала от 1%. Если под крылом ООО соберется человек 50-100, и каждый внесет свою долю в уставный капитал 100-200 тысяч рублей, такое ООО уже может вложиться в покупку серьезной проверенной франшизы. Екатеринбургский «Гламакс» предлагает купить франшизу новосибирской сети быстрого питания «Вилка-ложка», которая работает в России с 1997 года, зарекомендовала себя как успешно развивающийся бизнес в сфере экологически чистого разнообразного отечественного питания с демократическими ценами и быстрым обслуживанием, и которая недавно начала продавать свою франшизу. Кроме того, это отечественная компания, которая своим существованием развивает отечественных производителей. Для покупки одной франшизы «Вилки-ложки» потребуется 10 миллионов рублей. Это аренда помещения, оборудование и мебель, зарплата персонала и прочие вложения. Просчитанная и проверенная на практике экономика бизнеса гарантирует прибыль с одной точки как минимум 450 тысяч рублей ежемесячно. Информация с официальной страницы «Вилки-ложки». Вилка-ложка.com Франчайзинг экономика проекта. За год получается 5-4 миллиона рублей. На самом деле прибыль может быть и больше. Екатеринбургские предприниматели посчитали прибыль одного ресторана «Вилки-ложки» в своем городе. Получилось не менее 600 тысяч рублей в месяц. Поэтому окупаемость бизнеса может составить 1-2 года. Ваша прибыль в «Вилке-ложке», если учредитель внес в уставный капитал компании, купившей эту франшизу, 100 тысяч рублей, он может рассчитывать на ежемесячную прибыль 6 тысяч рублей. Если внес 200 тысяч рублей, будет получать ежемесячно 12 тысяч рублей. А если внес 1 миллион рублей, то будет получать 60 тысяч рублей. При этом он еще будет являться
совладельцем бизнеса и, если захочет, сможет в дальнейшем продать свою долю. Таким образом, вы сможете принять участие в проверенном прибыльном бизнесе, не рискуя большими деньгами и получая стабильную прибыль. Если вы скажете, что прибыль 12 тысяч рублей ежемесячно на вложенные 200 тысяч рублей – это слишком мало, то это все равно больше, чем купить франшизу за 500 тысяч рублей и разориться. И это даже больше вложений денег в банк. Сколько в банке вы сможете получить на 200 тысяч рублей? Максимум 20 тысяч рублей за год. А здесь вы заработаете 12 тысяч х 12 144 тысячи рублей за год. Кроме того, если подобный опыт будет развиваться, вы сможете вкладывать в бизнес еще больше денег, покупая доли в других проверенных франшизах, и будете получать не 12 тысяч в месяц, а, например, 120-240 тысяч в месяц. И это, без нервов и не меняя привычного образа жизни, ведь вам не придется самим заниматься становлением и управлением бизнеса. Вы будете просто инвестором, стоящим на берегу и ожидающим прибытия прибыли. Для того, чтобы принять участие в этой программе, вам необходимо выполнить действия, описанные на странице. Glomax 2015 Rue Portfolio Items VL.